на канале Мисс Арина. И сегодня я вас, для вас буду открывать новые подделки. Вау, это чемодан и капсула Underwaps. Ух ты. Я очень посмотрим. Хочу оригинальную Underwaps, но мы будем сначала открывать подделки. Такая вот капсула. Куколки, которые могут, я так понимаю, попасться. А я тоже знаю, есть. Что вот эта лупа. Вот девочка, которая с лупой, она ультраредкая. Да. Понятно. А это чемоданы. Они бывают разного цвета. Синий, оранжевый и розовый. Я выбрала розовый. Есть тоже куколки, я смотрю, разные. Да. Тут все блестящие, которые... Ну, есть вообще. Ну, я думаю, что мы сейчас все откроем. И друзьям покажем. А вы, друзья, обязательно подпишитесь на канал Мисс Арина. И пишите нам комментарии, комментируйте то, что видите на своем экране. И, кстати, мне очень интересно, и почему тут не LQL, а LOL? Не знаю. Открывай, в общем, будем и смотреть. И тут точно так же. Что там есть? Давайте начнем с чемодана, потому что капсула для меня очень интересная, и я ее хочу на последнюю очередь. Ну, давай тогда, подвигаем капсулу. Вот, смотрите на этот чемоданчик. Он на колесах, и смотрите, у него еще ручка поднимается. Круто. Мне кажется, такой чемодан больше подошел какой-то кукле Барби, что ли. Ну, какой-то огромной куклы. Ну, да. Вот такой там вот. Там вот куколки Лол, которая по размеру вот такая. Как бы этот чемодан велик. Да. Ну, ладно. Давайте это открывать. С вами фантазии. Давайте мы открывать. Мы открываем. Вот, смотрите. Так, а как он тут открывается? Интересно. Я думаю, что сбоку. Где ты тут? Ну, вот здесь открывается. Ну, может, приподнимается. Может, здесь есть какая-то кнопочка. Открыли. Это было очень тяжело. Вот куколка. Ой, посмотрите, какие большие стикеры. Да, можно обклеить все, что угодно. Ой, а что это такое за необычный вкладыш? Давай посмотрим, что в нем необычное. Вот такая самая обычная куколка Лол. Здесь куклы блестящие, которые были в первой, во второй серии кукол Лол. Как-то очень странно. И даже в блестящей серии. Давай, открывай вот... куклу. Давайте мы ее купим. А мне уже как-то не очень нравится. Ну, сейчас буду чемодан. В принципе, очень интересно. Я люблю куклы с веснушками. Они такие некрасивые. Так. Так. Вот такая вот куколка. Давай посмотрим. Вот такая вот куколка. У нее платье резиновое. Давай наряжай ее. Ножки, ручки у нее тоже резиновые. Она вся резиновая. Башмачки у нее розовые, платьице зелененькое, да? И бутылочка зелененькая. Да, не такое я ожидала в таком прикольном чемодане. Такое некрасивое. Почему я, наверное, знаю, что это за стикеры. Чемодан? Их можно... Да. Может быть. Давай. Давайте накрыть. Мари. Как по мне, абсолютно нормальная кукла. Ребят, вам как? Ну, правда, попа не прикрыта. Как вам кукла? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вам нравится чемодан или кукла? Арина, тебе что больше нравится, чемодан или кукла? Чемодан. Да. А тебе? Мне тоже, по всей видимости, чемодан. Ну, такая. Ну, в принципе, друзья, кукла неплохая. Бывали и похуже подделочки. Очень похуже. Сейчас я вам покажу свою. Свое творение? Я хочу все наклеечки наклеить. Так, а тут смайлички. Леденец. Смотрите, какой леденец. Прикольно. И... Я. Эта кукла получила первое место. А
А что ж ты все на обратную сторону чемодана наклеил? А, это я тоже что-то достала. Вот такой вот тут лол написано. И сзади вот такой вот красивый разноцветный чемоданчик. Предлагаю приступать к открытию капсулы. Может, там будет что-то поинтереснее? Конечно, поинтереснее. Вот, посмотрите, какая она огромная. Интересно, чем она отличается от оригинальной капсулы? Давай, много чем, потому что в оригинальной капсуле есть коды. Их там надо раскладывать и открывать куклу. А ты не знаешь, какой там код. А тут таких кодов, ой, боженьки мой, нету. На первом слое у нас ничего нету. Ну, если верить картинке, то лупа у нас должна быть. Значит, и что-то за... Я знаю, что первым слоем всегда должна быть лупа. Ну, странно. По вторым надо, чтобы была подсказка. Сейчас. Ну, здесь ее тоже нет. Да, и ее здесь нету. Что же это такое? Подделка, дружок. А под третьим слоем у нас должны быть специальная бумажка с кодами. По всей видимости, ее там нет. Я правильно понимаю? Да. Давай мы посмотрим капсулу. Ой, смотрите, какое платьишко я достала. Вот такая вот капсула, очень похожа на оригинальную. Без кодов. Без кодов. Которые... Вот я достала вот такое вот платьишко розовое. Ой, боженьки. Вот это вот не открывается. Да, мне кажется, у нас что-то застряло. И не одно. Что-то улетело. Так. Открывай. Башмачки повысыпали. Ой, ого, какая жесткая эта бутылочка. Потрогайте ее. Потрогайте, друзья, бутылочку. Арина вам предлагает ее потрогать. Потрогайте. Потрогали? Ну как? Не, ну она... Арина пошутила немножко, да? Как-то открывается. Там я вижу, что-то есть, но она не открывается. Ладно, давайте приступим к самой кукле. Раз, да. Не открывается. Вау, смотрите, какая кукла. Только кажется, она светится. Тоже светится. Только странно, что у нее лицо темного цвета, а тело светлого. Ой, смотрите, какая лупа. Это лупа бумажная. Ой, тоже стикеры. Точно такие же. Это, скорее всего, для того, чтобы обклеить капсулу. Одевай куклу. Это еще что такое? Мне почему-то кажется, что тело должно быть у нее тоже темного цвета. Смотрите. Парик. А эта штучка, она в оригинальной капсуле постоянно попадается. Ее надо открыть, а потом открывается в ней кукла. Только где-то еще должен быть сам костюм. Ну, вон же платье у тебя есть. Так это не тот костюм. Там еще должен быть специальный для вот этого вот шлема. Ладно, давайте его потом оденем. Давай, давай куклу. Сначала посмотрим. Только вот самое странное, почему у нее все тело белое, а лицо шоколадное. Шоколадка. По всей видимости, она загорала одетая. Поэтому у нее загорело только лицо. Но платьишко на ней сидит. Хорошо. Башмачки. Так, что у нас здесь? А, здесь ее можно поставить. Я правильно понимаю? В капсулу можно поставить. Отверстие для ножек. Ну, такая вот капсула. Друзья, как вам? Напишите в комментариях. Поделитесь с нами своим мнением. Так, там что-то есть. Здесь, с этой стороны. Но Арина говорит, что оно не открывается. Нужно его чем-то подкрыть. Так, а что там? О, там сам комбинезон лежит. Ты! Какой интересный комбинезон, друзья, посмотрите. Это как костюм какой-то русалки. Так это и есть такой костюм, а там должна попасться куколка. Да? О, да. Ну давай. Наряжаю в костюм, посмотрим. Ну а так мы ее уже показали. Давай, мы посмотрим. О, смотрите, платье, оно имеет совсем другой вид. Даже очень интересно.
Да, только вот мне очень лицо нравится. Сейчас посмотрим, какая она будет в костюме плавательном. Для русалочки. Главное, чтобы она в него влезла. Это точно. Если не влезет, то я буду... Потому что резина там какая-то липкая такая. Может прилипать к самой кукле и вообще не надо... входить. Вообще она всегда надевается, только очень тяжело. Даже в оригинальных тяжело его одевать. Так, дальше берем ручки. И шлем не забудь. Очень странно, конечно, получилось. Такое объяснение, Даша. Этот костюм не для этой куклы. Главное, что ножки уже можно не заходить. Попробуем потом на оригинале. Упрыгал на шлем. Опачки. Хоп, оп. А ну-ка покажи нам, на что она похожа. Ща. Блин, какая она классная. Такая необычная, веселая, какая-то даже космическая, загадочная. Мне как-то она в этом образе больше нравится, чем в шоколадке. Ребят, напишите нам, какая из кукол вам понравилась больше. Та, которая в капсуле, или та, которая и в чемодане. Посмотрите на этот вкладыш. А с задней стороны, у меня удивление, что это 4-го сезона питомцы. Арин, мы не видим так далеко. А. И сзади питомцы. Вот ну, по всей видимости, это будет следующая серия. Можно? Мне так интересно. Что ты там выискиваешь? О, я увидела, что вот тут, где лупа, можно увидеть, что здесь вот значок девочки, а вот мальчика, значит, здесь будет мальчик. Так, будем и ждать. Вот еще мальчик. Вот, вроде бы, или нет. Так, давайте искать дальше. Где-то тут еще должен быть мальчик. Их тут двое. Куда они делись? Даже не знаю. Ребят, вы обязательно не забудьте подписаться на канал Назарина и прокомментировать наше сегодняшнее видео. А также можете посмотреть все наши предыдущие видео и также поставить в них свой лайк и написать комментарий. До новых встреч! И напишите, в каком образе вам больше понравилась кукла. В платье и в ботиночках или в таком, в русалке. А мы ждем ваших комментариев и ваших лайков. И мы ждем комментарий, какая кукла лучше, это или вот это. Ну, если я разница. Пишите, не забывайте ставить лайки и комментарии писать. Всем пока! Пока-пока, друзья! Пока! А, и не забудьте подписаться на канал. Точно. Мисс Арина.